Театральный фестиваль в Муроме открыла труппа рязанских студентов. В ДК тысячелетия города состоялось официальное открытие «Горячие пары». Такое название в этот раз получила традиционная театральная весна. Чем порадовал зрителей первый день фестиваля в сюжете? Пролог к открытию фестиваля символичен. На сцене театр Муза, а, как известно, Музы – покровительницы разного искусства, тем более театрального. И все их вдохновение в ближайшие несколько дней будет сосредоточено на муромских подмостках. В этом году фестиваль посвящен, пожалуй, самому значимому человеку в истории нашего театра. Впервые наш вот этот театральный фестиваль приобрел свое имя. Он называется «Горячая пора». И назвали мы его в честь выдающегося, потрясающего режиссера, который ушел из жизни в прошлом году, это Николай Николаевич Горячев. Давайте поаплодируем этому великому режиссеру, потому что на этой сцене театр «Контраст» выйдет и будет выступать. Старт фестивалю дают гости из Рязани. Молодежный экспериментальный театр Рязанского института культуры создан по инициативе преподавателя Василия Грищенко и существует совсем недавно. Однако репертуар труппы расширяется, да и снискать славу на фестивалях успели. Есть классика, детская классика «12 месяцев Маршака» и Островский «Бешеные деньги» или «Миллиончики». Дальше вот сейчас репетируем Турсинию Тобовскую. Замечательная володинская пьеса, это мюзикл будет. Лауреатами первой степени были на фестивале форум, международный форум древних городов, который проходил в Рязани, в Витебске. На муромской сцене экспериментальный театр представляет оригинальную постановку «Класс-концерт. Начало». Повествует произведение о том, какие же науки постигают студенты Института искусств. Это своеобразный такой творческий отчет. Чему не научились, что не проходит. Какие дисциплины здесь в этом класс-концерте, совершенно разные направления, оригинальный жанр, там и вокал, там и танец, там эксцентрика, там и пластика, и пародии, и еще что-то, трансформация. Это набор такой, это что они, чему не учатся. Не только рязанские лицедеи будут радовать муромскую публику этой театральной весной. Зрители увидят коллективы из Москвы, Касимова и Коврова, а также профессиональных артистов театра Дениса Матросова и Александра Цуркана. Завершится фестиваль 31 марта. Анастасия Белова, Илья Облетов. Новости Муром.